Я благодарна Александру Григорьевичу за нашу прекрасную страну, за те комфортные условия, в которых мы все проживаем. Еще я ему очень благодарна за то, что он мог прожить свою жизнь для себя, а он посвятил свое время, свою жизнь каждому из нас и нашей родной Беларуси. Главным достижением руководства страной нашего президента я считаю то, что Республика Беларусь является социально ориентированным государством, государством для народа, где каждый, независимо от его происхождения, пола, возраста и места жительства, имеет равные возможности для самореализации. За это мы очень любим и ценим нашего дорогого президента.